Так, смотри, значит, первое. Сейчас открываешь крышу. Вообще не вопрос. Так, стоять, девочки. Сейчас отпустим вас, подождите. Сейчас все будет. Так. Ну, аккуратненько ставь там. Нет, ты у себя постряхни там фурий. Ну да, можешь стряхнуть. Не хотят пока. Ну ладно, поставь там пока. Поставьте здесь, типа телефон упал. Ну началось. Давай сюда. Что ты хочешь? Телефон упал. Угу. Там уже две девочки. Тесно, я уберу. Крышу поставь вот в бок там, около ули. Конечно, не очень удобно работать. Ничего страшного. Ну что, что нам привезли? Так, девочки, подождите, сейчас мы вас... Они откуда приехали? С Гатчины почти. Ну да. Какую берем? Другую? Так, начинай с крайней, потому что матка у нас под колпаком. Вот где-то на этих рамках. Угу. Стамеску возьми. Другую сторону. Очень осторожно, не спеша. Может, такая прелесть. Согласен. Это... Все, ставь к той рамке. Новоселье, девочки. Новоселье, мозги. Это счастье. Это счастье, Олеся. Ровно расстояние между рамками. Сколько тебе сказал? Вот он. Они уперлись, дядь Паш. Все, все, хорошо. Следующую рамку. Следующую рамку. Лощинку ставим. Да. Лощиночку. Лощиночку девочкам. Они будут там что-нибудь изобретать и строить. Боженьки, боженьки, они жужжат все громче. Да. Они жужжат все громче. Тучка, я вовсе не медведь. Тучка. Сейчас у меня крыша поедет. Вот здесь еще. Вот это расплод. Так. Вот. Какая прелесть, это расплод. Вот, видишь, вот печатный расплод, видишь? Офигеть. Вот, ячеечки. Все, ставь. Мы сейчас нарушаем их покой. Вот это вылетели пчелки, которые должны, видимо, охранять и жрать. Мне кажется, это охранники какие-то. Охранник. Мне кажется, уже весь балкон это улей. В принципе, так, рамочку ставим, да? Да. Вот эту, да? Да, эту ставь. Поставь что-нибудь. Поставь уже что-нибудь. Я хочу выйти, мне очень близко. У нас где-то тут маточка должна быть. Она смотрит телевизор. Да, это... следующий, скорее всего. Да она такая тяжелая вообще. Так там она, посмотри, и расплоды там хорошие. Смотри, хорошо. Это, я знаю. Это будут девочки, новенькие. Это выйдет молодая пчела. Вот на этой рамочке около 9 тысяч ячеек. Но засеяно 1078. Так, рамочку ставим? Давай вощину, да, к ним, к расплоду. Вощиночку, пускай строят. Следующее. Тучка. Вот матка. Так. Добрались до девочки. Вот добрались мы до маток, вот до матки. Она. Так. О-о-о. Так, стоп. Леш, не дави пчелу, ой, ставишь. Да, извините, девочки. Так, аккуратно снимай колпачок, маточка. Колпачок снимай и контролируй, матка здесь, не здесь. Она выглядит как-то по-особенному. Вот она беленькая, вот, видишь? Крашеная, беленькая. Вот она маточка. О, нифига себе. Мы ее ставим обратно. Подожди. А, ну все, она на соте. Все, все. Стряхни в уль. Так, аккуратно ставишь в улей. Они очень сейчас разозлились. Она напротив литка будет, дядь Паш. Да, отлично. Она будет на выходе литка. Капец, они такие злые стали. А, да, почему злые-то? Они вообще не злые. Давай. Так, теперь соту ставим? Да, ставь сатину какую-нибудь. Мне кажется, их очень... О, давай вот такую поставим. Сделай это? Нет, не надо. Не надо? Не надо, это... Это ладно. След...
следующую какую-нибудь там. Ну, она тоже вот такая вот. Пойдет. Ты их бесишь, мне кажется. Ты тронул их мамочку. Этот, нет, он все, он упаковал мамочку. Между расстоянием, между рамками. Да, этот, без направляшек, да. Вот этим надо подвинуть, согласен, легко. Вот этим без направляшек, остальные с направляшками. Вот так вот. Ставь следующую рамку. Вот, мои девочки. Тут открытый расплод. Это малыши какие-то. Ну, а тут открытый расплод, там яички. Мои девочки. А, яички там? Да. Ой, блин, 4 рамки расплода, иди твою мать, 5. Ставим рамочку, нет? 4. А? Рамочку ставим? Нет, наверное, это потом все остальное, все переставляю эту рамку. Аккуратненько. Ну что, вот они еще девочки. Еще расплодик. Еще вот девочки. Маша, ну ты тут расплодишься. Все, ставь. Тут через месяц будет очень много. Девочки, девочки. Главное, чтобы не потравить. И вот эти две ставим, да? Да, ставь эти две. И следующие рамки будешь готовить уже сам. Можешь... Там, подожди, ты мне же какую-то рамку еще дал. Не, не, ставь рамки. Ставь. Олеся, ты вот туда, вон, вот, посмотри, что внутри там. Подпираем пеноплексом, да? Вот с этой стороны посмотри. Ходи, посмотри. Вот так примерно, да? Мне это нравится все. Мне тоже. Здесь, да? Я хочу уйти, мне кажется. Хочешь здесь остаться жить? Да, прям на болту, прям в этом улье, прям. Хочу лечь прям туда. Ну, ну смотри. Подожди. Девочки, новоселье у вас. Нет, улей не ломайся. Лучше так возьми его и стряхни их сам. Вот, да, да, да. Да, вот так вот прикольней. Вот так вот прикольней. Прикольно, правда, что какая прелесть. Очень. Ну это щеточки мне. Так, говорит, прикольно. Вот они, вот они. Я уже чувствую, что меня... Он мне как будто ползает, везде жужжит все. Встряхивай. Неделю буду жужжание в ушах ходить. Да нет. Ну, Леха, слушай, у него получается. Рукой ударить. Ну зачем ты улей-то бьешь? Не ругайся, дед твой. Все надо нежно и аккуратно, Леша. Даже я уже это знаю. Все. Не беси. Так, накрывай вот холстиком. Нет, вот тем накрывай холстиком. А потом пакетка. Ну, да? Или нет, давай этот полиэтилен. Ага, полиэтилен. А как эти залетят? Сейчас. Они сейчас все увидим. Так. Давай звоним. Нет, звони не надо, она может зайти и запутаться. Да давай двойную даже делай. Она зайдет, запутается, нормально. Никто не запутается у тебя там? Нет. Выйдут они. Так, и сверху, да, вот этот положи. Так, Леш, теперь приоткрой какой-нибудь один угол. Вот. Приоткрой какой-нибудь один угол улья. Да. Вот. Туда поставь что-нибудь, чтобы там было отверстие. Отверстие. Ну, чтобы можно было вот этой пчеле зайти. Там. Вверху, понял. Вот. Понял. Да. Она сейчас все равно на запах матки пойдет. Этот, как... Да, и отсюда. Все равно хоть что-то уйдет. Но это сейчас надо будет выгонять. Ну, как выгонять? Они не облетелись еще на этом месте. Ну, они вот, видите, уже у них все хорошо получается. Ну сейчас они уже этот как успокоятся. Кстати, ну-ка я хотел вот здесь посмотреть. Скоро я буду переезжать. Так, давай крышку, сейчас мы положим. Так, подожди, нет, крышку. И оставим щели, они будут